Всем привет, с вами Нильф Горн, это ТРТЧ. Великолепная игра, и как минимум в нее стоит поиграть любому, даже если вам на первый взгляд она не понравилась, потому что геймплей этой игры просто великолепный. И сегодня будет челлендж, который я еще не проходил. Он будет в режиме гонок Hill Hopper. Как переводится, я честно не знаю, даже не пытался переводить, но, скорее всего, какой-то вид гоночки. И здесь у нас возможность строить, как я называю, из гоночной коалиции блоки и обычные блоки для ускорения. Притом, то есть у нас есть ракетные двигатели, смотрите, блоки топливные, ну и немножечко маленькие притом топливные блоки, но... Практика показала, что вот эти топливные блоки, они, ну, ракетные блоки, они неэффективны. То есть самое крутое — это в большей степени именно колеса в какой-то степени. И вот эти вентиляторы, пропеллеры. Ну, давайте поначалу попробуем что-нибудь такое реально гоночное. Ну, по крайней мере, выглядит оно будет как гоночное. Попробуем построить. То есть, вот, допустим, спереди вот так вот. Там два колеса у нас, к примеру, будет так стоять вот. Так, то есть мы давайте поставим здесь дальше основную раму. Здесь просто трассы, я так понимаю, ее просто придется на скорость и на рекорд пройти. Понятно. Ну, скорость это здесь не учитывается, здесь больше именно прохождение трассы рекорда учитывается. Так, давайте немножечко вперед проедем, ну, то есть, чтобы место вот здесь сзади освободить. Так, давайте вот так вот, и здесь... Наверное, раз я, если я сейчас, то есть видите, то есть вот эти колеса, они на один блок выше, поэтому мне нужно как-то вот так вот, вот так вот и вот. Так, что оно не поворачивается-то? Вот, вот так вот, то есть как раз-таки вот поставили, они теперь хотя бы на ровном, ну то есть колеса на одном уровне стоят, но в данном случае, я думаю, это уже проиграно, потому что смотрите, вот эта передняя рама, она у нас получается как бы как бы это правильно сказать, то есть она получается цепляться будет, поэтому, наверное, тут надо немножечко переделать, мне так кажется. Эх, жалко, нет вот такого блока. Ну ладно, давайте здесь вот так сделаем. Давайте переделаем всю шаську. Так, здесь снизу поставим так, то есть вот так вот. Хотя, на самом деле, вот эти вот колеса мне нужны исключительно для поворотов. Для скорости, в принципе, и вот эти подойдут. А давайте попробуем без вот этих маленьких колес пройти, так сказать, карту. То есть поставим вот эти большие колеса. Сделаем раму, так сказать, основную подлиннее, чтобы, ну, машина держалась хотя бы на дороге, то есть не улетала сразу. Так. Ну, к примеру, такое, да, то есть уже, вот я вот гарантирую, что это уже такое, видите, уже такое резкое и довольно-таки дерзкое, жих, у него, она шанс дрифтит, смотрите-ка, что шлифует, а? Прикольно получилось. Очень такая резкая прям машинка получилась. Уже получилось, понимаете? То есть я даже больно-таки еще ничего не ставил на нее, чтобы, ну, как бы это сказать правильнее-то, то есть чтобы как-то ее еще более увеличить. Давайте поставим два крыла, чтобы прижать автомобиль, то есть чтобы он у нас не прыгал. Это раз. И знаете, на самом деле больше я не вижу смысла что-либо ставить. Максимум, что здесь можно поставить еще, это вот эти вот пропеллеры. Турбины. Как они у нас названы? Турбинный пропеллер. Ну, то есть пропеллерный турбин. Так. То есть, в принципе, давайте вот 6 двигателей таких поставим ровненько, ну, чтобы все это симметрично смотрелось. Не, честно, не понимаю, зачем здесь крыло. Но вот здесь вот стоит вот это крыло. Это, наверное, если мы будем, допустим, бесколесные делать какой-то режим или что-то в этом роде. Наверное, так. Давайте поставим легкие ускорители. Раз они есть, то их нужно поставить, потому что они весят совсем немножечко. А, то есть, как бы... Так, здесь поставим вот баки.
Ну, пускай будут так стоять, без разницы. И в данном случае можно еще баки вот во внутреннюю часть поставить. Есть у нас место? Есть. То есть, есть самое главное, на что это все ставить. И, в принципе, можно еще впереди баки поставить. Но я не буду этим заниматься. Хотя, если вот сейчас я эти блоки здесь брошу, то они пропадут. Ладно, давайте попробуем пройти. Посмотрим, что из себя этот у меня транспорт. Во-первых, мы даже не видели карту, так что это может быть, знаете ли, ошибкой, что я не смогу управлять нормально. Не забывайте, что здесь еще надо вот как раз-таки пройти карту так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Смотри-ка, чё. Прям карта-то... Да черт возьми-то. Вай. Давай, давай. Я понял. На самом деле здесь то, что вот у меня прижимается аппарат, это как-то не очень хорошо. Здесь даже... Честно говоря, эти колеса как-то не очень подходят, что ли? Давай, быстрее. Да, надо убрать. Прям видно, машинка дергается. Уа-а-а. Прям... Эх, я все понял, ошибку свою. Ну ладно, мы ее исправим в следующем. Черт возьми. Давай, при... Я же знаю, вот на прямой вообще я должен просто... Уа-а-а. Ну и все, вот напрямую-то я как бы нормально. 116 всего лишь. Нет, что-то слабоватая скорость на самом деле. То есть я не могу развить нормальную скорость. И носит ее, вот смотрите. На этих колесах прям вообще носит. Не знаю уж почему. What? Ну давай. Блин. Вообще жесть. Давай. Давай. Поворачивай. Блин, да. Ах. Нет, вообще что-то невероятно тяжело управляется автомобиль. Прям он еще дергается, как истеричный. Ух ты. Вот зараза, еще так, ну просто-то проехать. А, ну все, я. То есть закончил трассу, и у меня минута 43. Честно говоря, мне не очень понравилось. Прям машину вот прям носит, знаете, вот у нее как-то заносит задницу, заносит все части, можно сказать. Так, давайте исправим, попытаемся исправить, по крайней мере, этот момент. То есть мы поставим сейчас маленькие блоки и поставим маленькие колеса. Посмотрим, как себя будет вести с маленькими колесами аппарат этот мой. Экспериментальный, так скажем, да уж. Ну давай вот сюда переставь все. В чем проблема-то? Так и. А может быть, вот как раз вот здесь вроде бы и не должно этого быть. То есть, либо наверх поднимаем, теперь да, все нормально. Потому что она же задевать будет. Так, под низ колесо. Но в данный момент. А, смотрите. Смотрите. А почему я, когда двигаюсь, вот здесь вот искры? Но тоже носит аппарат. Носит, конечно, аппарат. Искры почему-то, смотрите. Странно почему. Если я уберу... Ну как-то вот сейчас вот более так... По-моему, управляется, по крайней мере. Да, ну хотя бы она прыгает. То есть вот хотя бы. Так, вот давайте сейчас попробуем. Хоть и колеса искрят. Я не знаю по причине, почему так они делают. Но управляется вроде бы аппарат получше. Блин, а как бы заново-то... А, вот все, вот. Вот теперь сбилось, то есть... Рекорд у нас понятен. Попробуем, давайте одно крыло поставить. Вот сейчас посмотрим, как это. Нет, вот сразу видно, задок начал дергаться. То есть мне это как-то не очень нравится. Попробуем. Маленькое крыло есть? Маленькое крыло. Маленького крыла нет. Ну давайте тогда так попробуем. А, вот маленькое крыло, все нормально. Давайте попробуем с маленьким крылом. Притом оно, видите, как-то ставится так. Да что ж такое-то, ну... По-моему, я застрял.
нет, опять начинает вот задок дергаться. Это очень ощутимо, кстати. Ну что ж, давайте попробуем. Попробуем сделать этот. Вот уже все, ну вот, слишком шлифую. Слишком шлифую. Почему-то я не замечал раньше за этими колесами, чтобы они так вот шлифовали. Прям вообще у них вот, прям вон у них заносит, очень серьезно при том заносит. То есть, ну отлично, мы еще и перевернулись. Ну вообще жесть уж. Нет, думаю, я даже... У меня не получится рекорд побить, и почему-то я приземляюсь в передней части. То есть она ударяется, как бы, и все, и залипает. Уа, давай, да... Ну вот... Слишком низко, потому что... Слишком низко, поэтому, скорее всего, у меня передняя часть ударяется. Блин, что-то как-то, честно говоря, вот это... Да, отлично, блин, да что... И... А, еще как... Смотрите, что делает, а? Давай, я тут как раз-таки должен был... Я даже скорость свою не 116... Ну, нет, ну это бред. Я передней части... Чего? Что это у нас такое сейчас произошло? Я куда-то явно не туда провалился. То есть я ударяюсь просто передней части вот этой. И все, у меня машина бынк ударяется и... Ничего как бы не меняется. Управление очень плохое. Сразу вот говорю. Так, есть еще один вариант. Сейчас посмотрим. Давайте немножечко вот так вот сделаем. И... Ну, также шлифует ее, но... Я попробую... У меня же с крыльями было, да? То есть я первую, как бы, первый уровень проходил с крыльями. То есть сейчас мы попробуем просто без крыльев, но с большими колесами. И, похоже, я все большие колеса... А, вон, я вижу одно большое колесо валяется. Растерял. Заносит, но более так, меньше заносит на самом деле. И сейчас я надеюсь. Просто надо быть еще наперед немножечко смотреть. То есть здесь просто надо, короче, еще знать трассу. Вот я вам что скажу. То есть, вот, видите, меня тогда здесь очень сильно занесло. Я очень много времени потерял на этом заносе. То есть здесь, честно говоря, скорость-то больно-то и не решает. А, ты зараза, ну... Вообще, вот честно, я прям сосредотачиваюсь на... Прям пытаюсь прям реально держать аппарат, как бы, ну, на одном месте, чтобы... А, на камни сейчас упаду. Отлично, отскочил. То есть прям... Прям вот, знаете, силы прям нужно какие-то прикладывать, чтобы его держать-то на одном уровне. Так, все. Прямо. Ну вот, хотя бы не врезался в гору, ну вот сразу понятно, что... Все, маленькие колеса здесь не канают. Либо, ну, по крайней мере, при вот созданном мной болиде не канают маленькие колеса, потому что передняя часть ударяется и, собственно говоря, машинка залипает. Это, конечно, не очень круто. Ай, ты, зараза, ну давай, шлифует. Ах ты. Ай, ну камень припрыгнет. Ну давай, давай, отлично. Давай, еще немножко. Вот, честно говоря, не хватает звуков. У меня не отключены звуки игровые. То есть тут вообще в игре звуки только стрельбы. Все, больше ничего нету, никаких звуков. Там не работающих двигателей, там не скрежет металл или что-то в этом роде. И, честно говоря, здесь этого не хватает. Я не знаю почему. Ну, я на время получше стало. Не намного, конечно, но хотя бы скорость даже повыше я показал. Ну... Честно говоря, мне что-то вот этот вот челлендж не очень понравился, и я даже вот не буду продолжать. Не знаю. Я понимаю, знаете, вот здесь бы вот этот челлендж, он был бы интересен тогда, когда, допустим, были бы рессоры, был бы вес, то есть вы бы как бы настраивали рессоры, настраивали мощность двигателя, допустим, когда вы в горку, например, ехали бы, у вас скорость падала. Здесь такого больно-таки нет, и это все так незаметно, при том вот эти заносы непонятные, и вообще непонятно, откуда вы, как будто в какой-то степени здесь не земное притяжение, а какое-то такое чуть-чуть не до луны не доходит, но
легче, чем, допустим, у Земли. И вот такое ощущение. То есть мне этот челлендж не очень понравился. Не знаю, в чем его прикол. И я говорил, что я буду снимать арену. На самом деле я снял, построил там аппарат. Вся фишка в том, что там нужно дождаться всегда людей. Во-первых, дождаться людей, которые будут играть. Их не часто бывает. И, как правило, это очень быстро проходит. Секунды две буквально длится боль, потому что нету такого сильного сопротивления. Вся игра, вся арена это сводится... То есть арена вот небольшого такого размерчика, и вся эта арена сводится к тому, чтобы быстрее вытолкнуть противника, что это чаще всего и бывает. Конечно, можно и стрелять в него, уничтожая, но... Там такие громадные устройства строятся, что легче вытолкнуть свою тяжестью, мощностью и все. То есть, по крайней мере, я два раза так выигрывал, и мне этого хватило. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под этим видео. В следующем я уже не буду челленджи. Я посмотрел, все остальные не очень, на мой взгляд, по крайней мере. Ну, может быть, один из них еще на воздушных подушках можно будет провести. И там я уже начну, скорее всего, опять выживать в режиме песочницы, то есть сэндбокс, пытаться открыть новые блоки, построить базу и тому подобное. С вами был Нильфгорн, всем всего хорошего, пока!